Открытый кубок города по волейболу проходит каждый год осенью в спортивном зале стадиона «Икар». За главный трофей соревнований борются мужские и женские команды. Статус открытого турнир приобрел, потому что уже не первый год желание поучаствовать в кубке изъявляют команды из Дивеева и Вознесенска. В этом году у нас 6 мужских команд принимает участие, 9 женских. Ну, ввиду того, что ограничено у нас время в зале, приходится играть по настоящей кубковой системе. Из одной игры, из 5 партий, сразу на вылет. Кубок города по волейболу официально дает старт новому сезону для представителей этого вида спорта. После небольшого перерыва начнется открытый чемпионат города. В соревнованиях под эгидой городской федерации волейбола участвуют школьные команды, студенческие сборные, а также представители различных предприятий города. Сильнейшие спортсмены получают право защищать честь Сарова на выездных турнирах. Готовимся еще к Атомиаде. Волейбол включили в Атомиаду зимнюю. Работников атомной промышленности и энергетики. Вот 21 числа мы поедем на Кубок НИИСа. То есть, ну, в принципе, это выездной кубок областного масштаба. Победитель Кубка города по волейболу определится за месяц. Игры будут проходить каждое воскресенье. За один соревновательный день волейболисты сыграют 2 матча. Первые встречи в борьбе за кубок пройдут уже 14 октября в спортивном зале стадиона «Икар». Начало в 9 часов вечера. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.